Ширинцы выбирают зелень и уют. В парке «Юность» сегодня появилось 100 маленьких кедров. Их посадка – это международная акция «Сад памяти», участие в которой район и Хакасия принимают не первый раз. Ее суть в том, чтобы по всей стране было высажено 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. И принять участие в акции может каждый, достаточно лишь на своем участке, на даче или возле дома посадить, например, яблоню или рябину, которая будет всегда напоминать о подвиге наших героических предков. Несколько кедров высадил глава региона, а также депутаты Верховного Совета Республики, руководители района, сотрудники Минприроды Хакасии, неравнодушные жители, студенты, волонтеры. То, что сажу эти деревья, я даю дань тем людям, которые отдали свою жизнь и вообще участвовали в войне. Я очень горд за этот момент вообще, за то, что вообще участвую в этом. Это нам к душе, это нам нравится, и это нас позитивом заряжает. И мы надеемся, что наши дети и внуки будут вести такой же активный образ жизни. А это краеведческий музей. Здесь главе Хакасии показали обновленный к 76-летию Победы зал боевой славы и зал трудовой славы, где одна из стен посвящена почетным жителям Ширинского района. Чествуют их и вручают денежную премию ежегодно. Ширинская земля славится своими талантливыми, трудолюбивыми людьми. Конечно, мы очень благодарны всем людям, кто строили район, кто до сих пор вносит свой вклад в его развитие. Сегодня почетных жителей Ширинского района стало больше. Звания были удостоены Иван Федорович Трошкин. Больше 40 лет он трудился в сельском хозяйстве и добивался рекордных показателей. Сегодня он не смог присутствовать на церемонии в силу возраста. А вот Владимир Дмитриевич Усов вышел на сцену. Полвека посвятил работе в школе и воспитал много достойных людей. За все время звание «Почетный гражданин Ширинского района» получили 22 человека. Мария Мишнина, Дмитрий Парахин, РТС.